На железнодорожных переездах Красноярского края появятся видеофиксаторы. В этом году камеры установят на 4 самых аварийно опасных ЖД-переездах. В первую очередь приборами слежения оснастят путепроводы на станциях Ужур, Боготол, Красноярск-Восточный и Назарово. По мнению железнодорожников, именно эти переезды являются наиболее оживленными. За сутки по ним проезжает до 30 тысяч автомобилистов. Всего же до 2018 года в крае камерами видеонаблюдения планируют оснастить 13 железнодорожных переездов.